Ну, друзья, всем привет. Третий Far Cry. Всем приятного просмотра. Уже фактически последние несколько глав осталось нам доиграть. В частности, мы должны сейчас будем заводить самого главного босса здесь. Но прежде я решил закрыть все квесты. Ну, не все квесты, а освободить лагеря, зачистить лагеря, в которых сидят эти пираты, и только потом закончить игру, потому что, ну, как только мы убьем босса, я думаю, у меня уже особого желания играть в эту игру не будет. Так как пропадет основной смысл, основного злодея уже не будет в игре. А просто так бесцельно бегать и страдать фигней — это уже не мое. Поэтому раз уж играем. Песок с водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Надо довести до конца. Так. Немножечко не получилось, что я хотел. Совсем не получилось, ладно. Так, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. Вон там еще один скрывается. Шестеро. Шестеро, да. Ну, то есть, если я выключу сигнализацию, это вообще не проблема будет. Подкрепление успел вызвать. Не, что-то вот с этим лагерем не клеится. Так, ладно, его принципиально надо захватить. Сохранился поближе, но все равно риснул с хер его знает где, ладно.
отсюда не пройти, он смотрит прямо на сторону входа. Надо обходить с этой стороны. Так, пока все идет нормально. Пошел этот рай. Эй, а чё? А, у них что, еще один, что ли? Что-то я вот так последнего как-то проморгал. Ладно, получено 1500 очков. Так, ну давайте навыки. Два навыка дали каких-то. Это все величина. Ну давайте цапку закроем. Хотя нет, закрыть не можем, не хватает чуть-чуть. Здесь тоже все. Бесполезный лук, которыми не пользуюсь, осталось только и все. 6 лагерей осталось. 6. Теперь по карте. Ну все, сверху все зачищено. Прекрасно, ничего не оставил, да. Так, теперь радиовушка нам нужна. Нормально, спасибо, дружище Оксан.
Нам просто повезло. Пираты остались без вожака психопата, теперь они еще менее предсказуемые. Да, но им тоже может повезти. Обычное необученное отребье. Становится все интереснее. Ходят сплетни, что вас убит. Его прикончил какой-то силком дрон. Какие крики, пиздец. Что за пиздец опять начался? Значит, туда надо. Тоже мне, блядь, шифраторы. Что, я вижу, что только две радиоушки осталось, все остальное открыто. Ладно, поехали тогда, где ближайший к нам. Так, вот ближайший, я так смотрю. Давайте все. Вот сюда получается.
Хоть платят стабильно. Так, сигнализация выключена. Тоже круто. Спрятались. На самом деле можно было и этого с ножа зарезать, но особого смысла не было тянуть. Хорошо. Смотрите в оба. Никто не должен отбить у нас аванпост. В принципе, я здесь ресурсов особо много не потратил, так что можно максимально быстро идти к следующему лагерю. Поехали. Так, вижу. Многовато, но вполне терпимо. Главное выключить сирену.
Так, ну и как мне обойти? Смотри, тут походу надо работать. Так, одну серьезную проблему мы уснули. Я рублю сирену. Не рубишь. Да. Надо с этой реки заходить тут по-любому. Других вариантов нету.
что я хочу? Нормальную плотную. Ну да, стрелки надо было заходить и постепенно все снимать. Изи. Так, хорошо, этот участок зачистили. Что у нас остается? Давайте вот в этом направлении. Сейчас возьмем у пацанов машину и поедем. Далее на бок. Здесь все закрыто. Здесь что? 4. Осталось еще 4, парни. Приехали, в общем, приплыли, я бы даже сказал. Чего?
Так, ну что? Вроде разобрались. Не самая сложная радиовышка на самом деле была. Я уже привык к каким-то хитрожопым. Сегодня можно заканчивать. Всем большое спасибо, ребят, что пришли. Нам осталось буквально зачистить 4 лагеря и одну радиолушку. После этого будет last stand. После этого мы надерем жопу главному боссу и пойдем дальше. Всем большое спасибо, ребят. Не забывайте про лайки. Смотрите без подписки, где не подписывайтесь. Всем спасибо, что пришли. До скорых встреч. Всем пока.